Газировка похожа на сигареты, и то, и другое обходится дорого, вызывает привыкание, содержит токсичные вещества и наносит человеческому организму непоправимый вред. Сладкие газированные и другие безалкогольные напитки многократно уличали во всех смертных грехах. Пищевые красители, консерванты – это пустые калории, ожирение, желтые зубы, снижение плотности костной ткани, повышение уровня сахара в крови и риска развития рака. Зачем пить столько токсичных веществ ежедневно? Спрашивают эксперты и предлагают рассмотреть любимую газировку детально. Кукурузный сироп – это подсластитель, который повышает аппетит и уровень холестерина в крови. Аспартам – подсластитель, который в организме человека преобразуется в формальдегид. И к тому же повышает аппетит и вес, повышает риск развития многих видов рака. Бензоат калия – консервант, который также подозревает канцерогенности. Натрий. Высокое содержание этого элемента в рационе повышает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Фосфорная кислота. Она приводит к истощению кальция и магния в организме, снижает иммунитет и повышает потерю костной массы. Кофеин. При передозировке может привести к повышению частоты сердечных сокращений, беспокойству, неврозности. Карамельный краситель. Синтетическое химическое вещество, которое используют для окраски, является канцерогенным. Экспериментально было доказано в опытах на животных, этот ингредиент связан с опухолями легких, печени у лабораторных животных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Нам будет очень приятно!